Блахов – инвалид по зрению с рождения, но это не мешает молодому человеку делать успехи в музыке. С ранних лет он занимается любимым делом – игрой на баяне. Сегодня он студент Российской академии музыки имени Гнесиных. В поселок совхоза имени Ленина Рустам приехал по приглашению директора местного центра культуры. Когда мы слышим высокое исполнительское мастерство со стороны особенных людей, всегда такая дрожь пробирает. Вот если этот человек, имеющий физические ограничения, может это сделать, почему я не могу? Какая работоспособность высокая у этого человека? Какой потенциал творческий раскрывается? Становится стыдно за себя и появляется дополнительный мотив к тому, чтобы больше работать, творить и делать добро. К каждому выступлению Рустам Каблахов подходит ответственно. Анализирует публику, перед которой будет играть, подбирает соответствующий репертуар. В этот день для своих гостей, а это в основном участники губернаторской программы «Активное долголетие», молодой музыкант исполнил ряд классических произведений и вариаций на тему советских песен. Концерты – это очень важная, немаловажная часть для музыканта, потому что ты постоянно держишь себя в форме, масса впечатлений, получил удовольствие. Конечно, играл, волновался, да, но поддержка была. Поддержку Рустаму оказывает и его мама Стелла, которая всегда рядом. Вместе гастролируют буквально по всей стране, но такой формат творческого вечера у Рустама впервые. После выступления зрители еще долго не отпускали молодого музыканта. Общались, обменивались опытом. Вот эта встреча настолько доброжелательная, она у нас, вот такая встреча была первая за 4 года в Москве. Столько общения, столько помощи предлагают ваши педагоги. Спасибо вам огромное за это. Выступление не омрачил и тот факт, что в здании отсутствовало электричество. Полноценно оборудованной сцены Рустама Каблахова лишили подручные депутата Павла Грудинина, которые обрубили силовой кабель, питающий ДК. Когда человеку нравится, это не акцентирует внимание, и вот что-то мешает ему. Я, например, была вся в музыке, и мне это совсем не мешало. Спасибо большое. Начало положено. Директор Центра культуры уверен, Рустам Каблахов еще не раз посетит поселок совхоза имени Ленина и надеется, следующее его выступление состоится на большой сцене, и этому никто и ничто не сможет помешать. Юлия Погосян, Максим Козлов, Екатерина Довлятова. Видное ТВ.